Всем привет, дорогие зрители! В кои-то веки я решил прошиться до Android версии 4.1.2. И скажем так, даже не знаю, понравилась ли она мне, потому что она как будто не самсунговская, а какая-то обычная. Нет тех фишек, которые были в той же прошивке 4.0.4. И, в общем, это видео будет об игре Sims на Андроиде. В последнее время, пофигу кто, взрослые, дети, мальчики, девочки, педофилы, маньяки, все играют в Sims. И вот я решил тоже поиграть и побаловаться. Конечно же, от компьютерной версии этот Sims сильно отличается, но то, что нужно создавать персонажей, тут остается тем же, и довольно-таки выбор огромный всяких вещей, там лица, цвет кожи, и то, что я сделал, на что мне хватило фантазии, вы видите сейчас на экране. Это клоун в доспехах, в военных трусах и в каких-то шотландских сапогах, или что это, непонятно. Назвал Миша в Наташе, и в общем, я в нее еще не играл, посмотрим, что за игра. В самом начале показывает, что я должен буду создать целый город людей всяких. Что типа вот с самого начала начну с персонажа, который вот только что переехал вот в этот дом. В принципе, она ничем не отличается от компьютерной версии. И графика приятная. Но будут, мне кажется, подлагивания, потому что у меня включено энергосбережение на планшете. Сделаем вот так. Итак. Что мы видим, значит? Дом, фиг знает какой. Управляйте камерой, окей. Пожмите лапу собаки, что? Окей. Сейчас пожму лапу собаки. Хвалить, рукопожатие. Мне даже интересно, как он это будет делать. Это он так лапу пожал? Круто. Нет, все-таки она сильно отличается от компьютерной версии. Но, мне кажется, игра для всяких фанатов Sims, которые на компьютере целыми сутками сидят и играют в нее, она очень даже понравится. То есть, мало того, что вы дома будете в нее задротствовать, еще можете по пути куда-нибудь или где-нибудь заниматься своим любимым делом. Итак, посмотрим, что у нас тут. Неужели эта игра просто на выполнение миссий и все? Белый туман. Мы уже видим только маленькую часть. Мой персонаж хочет в туалет. И как это сделать? Ой, нет, я не хочу. Купить унитаз. А как это сделать? А я не хочу покупать унитаз. Пускай в раковину ходит. 50, ну, самый простой, и купим, ему пойдет. Хотя унитаз это, конечно, священное место. Но все-таки поставлю рядом с холодильником. И повернем его вот так вот. Цель достигнута. Это еще и миссия, оказывается, была. Что у нас со звуком? Ну да, времена полифонии уже прошли еще 5 лет назад, а в играх все еще ленится нормальную озвучку сделать. Куда катятся разработчики? У вас недостаточно очков в стиле жизни. Что? А, ну да, конечно же, донат в магазине Store, отмена. Не буду я в это деньги вкладывать. Воспользоваться туалетом. Как он пользуется туалетом, стоя на улице, мне интересно. Для чего я его вообще тогда покупал? А, нет, надо было просто нажать. Это я немножко дурачок. Ну, не знаю, в общем, забавно выглядит, как он ходит в туалет. На компьютере вряд ли что-то скрывается клеточками. Игра выглядит довольно-таки интересно. Хоть и трава тут какая-то похожая на помехи на телевизоре, когда
после порнухи отключают канал на ночь. Пусть деревья и вообще какая-то графика немного странная. Все равно мне нравится эта игра, действительно нравится. Я в нее еще толком не разобрался, как играть, но уже у меня положительные эмоции. Вымыть руки. Зачем мыть руки после туалета? Это пустая трата времени. Не, мне эта озвучка убивает просто. Что за значок над собакой? Убить собаку лопатой, что ли? Что такое СЖ? Нет, не хочу я подключаться. Купить участок земли и посадить паприку. Скажем так, сделаем вывод, что в этой игре нет такой свободы, как на компьютере. Нельзя так обустраиваться, издеваться над людьми, там, забирать по 100 человек в комнате метр на метр, не знаю, или разбивать их на машине. Тут, походу, просто нужно делать тупо квест и следить за состоянием нашего персонажа. И получается, это обычный тамагочи. Это, конечно же, они не продумали. Геймплей я вам показал, как игра реализована, что и как работает, в принципе. Графика довольно-таки хорошая, даже при максимальном зуме, никаких клеток, ничего вообще. Хорошо прорисован холодильник, стол, толчок, даже куда уходят все пакости. Удивительно. Диван. Вздремнуть, дать глазам отдохнуть. На диване дать глазам отдохнуть, это круто. Мечтать, я хочу помечтать. И как он будет мечтать? Да уж. Конечно же, я в нее немножко поиграю, чтобы сделать нормальный обзор, потому что это только первый взгляд. Но она меня заинтересовала, я в нее немного поиграю. Спасибо за внимание, подписывайтесь на мой канал. Пусть это видео и бредовое немного, но это первый взгляд, я в нее еще не играл. До скорого.